Так, ребяточки, всем привет. Чё это тут у нас? Это у нас Squad Busters, друзья, Squad Busters. В общем, ребяточки, очень-очень мне трудно было получить доступ к этой игре. У меня получилось скачать эту игру. Если вы хотите узнать, как получить к ней доступ, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, мы сейчас сделаем мини-обзор. В общем, на самом деле, ее сейчас реально скачать очень трудно, и она есть только у определенного количества людей, но у меня появился к ней доступ, и я сейчас сделаю на нее обзор. Итак, значит, игра... Squad Busters. Честно, я еще в нее не играл, но давайте мы сейчас вместе с вами все посмотрим и сравним ее с Brawl Stars. У нас есть такой вот профиль, мы на него нажимаем, и здесь у нас есть прогресс. Начинаем прогресс, кстати, внизу уже мы видим, можем Unlock Green World Premium Track. Это типа как Brawl Pass, стоит $6, и типа ты его активируешь, и потом, когда проходишь все приколы, ты можешь забирать вот эти все награды. Естественно, тут персонажи, золото, всякие эликсирчики. А также вверху видно открыты наши какие персонажи. Вот, потом, смотрите, второй левел у нас какой-то десерт ворд открывается. Давайте все полистаем. Что у нас тут есть? Бо есть, Шелли есть. Так, там гемы. Значит, какой-то эмот пак. Короче, ребят, если вы хотите, чтобы я сделал открытие вот этого всего, задонатил... Опять же, ставьте лайки, в следующей серии я запишу видос, как я здесь все вот это открываю, покупаю. Также, смотрите, есть тикеты такие, как были в Brawl Stars раньше. Красные билетики, не знаю пока, что они означают, пока вообще ничего не знаю. Впервые я только зашел в Brawl Stars, в Squad Busters. Ой, а прогресс тут длинный, слушайте, здесь не так, как в Brawl Stars 70 степов. Здесь 100 степов, и в конце мы получаем 200 кристаллов в сумме. Не знаю, много это или нет. Так. Дальше, есть у нас вот этот Squad Busters. Это у нас, я так понимаю, профиль. Значит, вверху это у нас как Brawl Pass, а внизу это наш профиль, наш рекорд. Ну, наша статистика, что тут, понятно, кем мы играли. Магазин. Магазин пока закрыт, он открывается на 5 уровне, но я вам сейчас его покажу. Вот так вот выглядит магазин. Вот я, наверное, там вставлю в монтаже, надеюсь вам. Вот, дальше, Squad. Это у меня список бойцов. Здесь пока что... Ага, вот странички, можно листать. Видим Гоблина с Clash Royale, Варвар с Clash of Clans и Рояля, Примат с Brawl Stars. Ну, как и говорили разработчики, намешаны здесь все персонажи. Вот Hog Rider, можно нажать. У каждого персонажа, так понимаю, своя редкость. Это у нас Хиллер, Рарка, только она красная. А это у нас что? Дефенсер, Камонка. Это у нас Эпик, да? Да, это Эпик. Давайте еще полистаем, что у нас тут. Пчелка есть, пчелка у нас рарка. Здесь атака, камонка. Так, Макс у нас здесь эпический, боже, это пипец. Блин, мне реально нравится, уже даже графика на первом уровне. Вот на бета-тесте мне уже нравится графика. Также тут какая-то пушка, смотрите, спел. А, это спелы. Вот, а дальше я листнуть не могу, наверное, как надо уже все пройти. Короче, пока что бравлеров, ну и персонажей не так много. Здесь 12, а здесь 6. Дальше. Что это у нас? Game Hunt. Это я пока не знаю, что. Соло, 10 плеер фрифру. Ну, сейчас я вам покажу геймплей, все покажу. Здесь у нас, я просто пока по менюшке хочу пробежаться. Так, здесь у нас язык, меню. Квесты, есть у нас квест. Вот мы их выполняем, получаем опыт. Сейчас я сыграю квест. Так, это, получается, тоже надо разблокировать. Это надо экспу набивать, чтобы unlock ранг мод. Ну и поехали в бой. Теперь посмотрим, что вообще за игра и как она... выглядит. Итак, перед началом игры у нас есть список бравлеров. Ну, бойцов. Нажимаем Go, мы их выбирать не можем. Сразу то, что нам доступно пока, то мы и берем. Дальше прогружается меню, и мы появляемся на респауне. Как в PUBG, знаете, как в PUBG, в рандомном месте. Вот, появляемся, и здесь прикол в чем. Сейчас вы выбираете команду, которую вы будете играть. Давайте, допустим, ну, кого взять? Кольт, это у нас что? Это у нас... Мало хп, это много хп. Так, я даже хзык его взять. Давайте возьмем примата. Он сильный, у него много хп, может будет попроще. Вот смотрите, уже есть динамайк. Смотрите, прикол в чем? Здесь не надо ничего нажимать. Ты видишь здесь цель и ее атакуешь. Собираешь монеточки. Ой, только не убей меня, пожалуйста, примат с динамайком. Сейчас покажу, как разблокировать больше команду. Смотрите, убиваете таких вот скелетиков. Это как бы мобы. Ой, мне тут уже пишут в телеграме, как я доступ получил. Всем интересно. О, вот это мобы побольше. Ну, я их, наверное, не вынесу. Давайте убьем вот эту штучку. Чикс.
Хорошо. Что дают монетки? Сейчас я вам покажу. У меня уже 6 монеток. Сейчас добьем еще одного скелетика. Ух ты, блин, а мне так мало хп, я вам хочу сказать. Ой-ой-ой. А, тут есть спылы, кстати. Я пока не могу использовать спылы. Блин, а как... Ай, ребяточки, ай, кусты замедляют. Кстати, кусты замедляют. Я какой-то кристаллик взял. Смотрите, золото разблокирует сундуки. Я подхожу к сундуку, золото разблокировало сундуки. И в этих сундуках есть бойцы. Я могу выбрать одного из этих бравлеров. Давайте возьмем варвара. И у меня уже в команде варвар. То есть я уже вдвоем хожу и убиваю этих мобов. То есть я вот так вот собираю себе команду. Не знаю, до скольки я так персонажей могу подняться. Вот. И вот я могу еще один сундук с пяти. О, давайте кольта возьмем. Все, у нас уже 3 чечика, посмотрите. Мы уже мощные. И причем я не нажимаю ничего. О, посмотрите, мы этого гоблина выносим. С него экспа выпало, гемы, золото. Ой, смотрите, сколько челиков. Ой, не надо. А я хилюсь, да? Ух, меня чуть не вынесли. Если меня выносят, все, я проигрываю. Так, уже 10 надо золота на вот этот следующий сундук. Кстати, сундуки ресаются, у них есть тайминг. Также зона сужается, здесь появляются кустики, такие колючки, и они как бы зона сужается. Но я пока плохо прокачан, и так как я еще нубяра, поэтому я пока вам не могу показать все на свете. Давайте попробуем замочить гоблина. Вот, я хочу полностью катку доиграть до конца. Смотрите, первый видос, это естественно только в первое впечатление. Я еще пока не могу вам какой-то видеогайд записать. Это пока вот все, что я вижу, я объясняю. Голем! Голем! Ой-ой-ой, там слишком много типов. Боже, посмотрите, там 3 примата, какой-то лекарь и динамайк. А где мой этот делся? У меня одного челика завалили, у меня примат сдох. А, он не хилится, прикиньте. 16, открываем вот этот ящик. Давайте, не знаю, возьмем вот этого человечка. Что это за человечек? Я не знаю, что он делает. Майнер какой-то. Кстати, режим называется Game Hunt. Это соревнуйтесь с 9 другими командами, охотитесь на монстров, соберите как можно больше кристаллов, чтобы победить. Поверженные отряды потеряют все ресурсы и будут уничтожены. То есть, ну, сначала я фармлюсь, мы все фармимся здесь. Ну, как и, вот, допустим, в PUBG, да, мы фармимся, собираем ресурсы. Одеваемся, да, вот, собираем команду и потом просто делаем а-та-та. Я пока третье место, смотрите. О, вышибало! Блин, если честно, мне нравится, прикольно. Я кайфую, пока мне интересно играть. Если хотите, чтобы я стрим запустил по этой игре, ставьте лайки. Так, а что вот это, штучка? Оп, тут гемасики. Так, у меня 22 золота, а это что? Шахта? Так, вышибало. Давайте зафигачим. Я второе место, я не знаю как. А, наверное... О, 20 этих. Давайте замочим вышибалу. Так, я могу взять себе... Ну, давайте варвара возьму. Интересно, я до бесконечности могу вот так открывать сундуки и пополнять свою команду? Сколько максимум? Остается 9 секунд до конца таймера. Я второе место. У меня 5 гемов. О, тут, смотрите, сундук за 40 золота. Интересно, что с него падает. Вы видите, что мне не все бравлеры доступны. Я второе место занял, друзья. Смотрите. Финиш. Смотрите, что после победы нам дают. Вот, я на втором месте. 5 гемов, что бы это ни значило. Так, здесь у нас список команд. Я заработал 800 золота, 400 гемасов и 80 экспы. Ну и плюс лут, который я залутал. И всего у меня вот, видите, да, 860, 400 и 82. Давайте посмотрим, что это значит. Пока я сам не знаю. Вот оно летит, золото. Вот они, гемы, экспа, все подряд летит. Капец, не встать. Так, квесты мне разблокировали. Я могу забрать это, и вот это я могу забрать. Так, отлично, все, я 6-й левел. На 6-м левеле я могу открыть магазин. Ура, вот он магазин. Здесь вот я могу бесплатного варвара забрать. Так, и, конечно, его, наверное, прокачать могу. Дальше в магазине мне тут доступны уже скины. Посмотрите, скины. А это что? Что это за... О, хотите открытие в следующем видео? Вот этот эмот пак. Так, здесь у нас золото за кристаллы, тикеты. Пока что, честно, без понятия, что она означает. Буду разбираться. Вот, потом. Я просто показываю вам, если вам интересно, следующий видос уже будет более с таким обзором. Более-менее, если вы хотите. Наберете на этом видосе как можно больше лайков, я вам запишу. Так, что еще? А ну, давайте в меню бойцов зайдем. Я хочу зайти в меню бойцов. Короче, надо катать, надо прокачиваться. Так, что тут? И тут мы можем награды забрать. Смотрите, мы открываем гоблина. Первый персонаж, которого я открыл, гоблин. Дальше какие-то орбсы я открыл. И еще я чикен открыл, ребята. Курочку открыл. Я пока не знаю. Понимаете, вы вот... вот эти бойцы, я теперь могу с сундуков их во время катки выбивать. И вы видели уже лекаря вот такого вот на карте. Значит, его уже открыли.
Там ведьма, хог есть. То есть вы бегаете, комбинируете, собираете бойцов и в какую-то одну команду. Естественно, потом уже мы будем знать, какие тактики, что лучше с чем комбинируется, пока все наугад. Ну, очевидно, первый взгляд игры. Также у нас какой-то город мы видим, да, такая вот арена. Понажимать сейчас пытаюсь, что куда. Он спайк, смотрите, блин, ну пока мне нравится, реально, очень нравится игрушка. Но сделать какое-то впечатление еще не могу, потому что я только-только вот в нее зашел. Вот, смотрите, мы заходим в меню бравлеров, бойцов, и можем качнуть варвара на второй левел. Смотрите, become an elite after things for a bit. То есть, вот это элитные варвары. Как прокачаться до элитных варваров? Также тут спылы, я так понял, открываются. Да, ну, скины вот есть. Эмодзи есть уже. Слушайте, ну вообще имбулька, капец. Какая же красота. Вот реально, то, что я сейчас увидел в этой игре, мне уже нравится. Я уже вижу, что эта игрушка может быть интересна для позадротить. Я пока не знаю, есть ли у нее будущее там по киберспорту, будет она в релизе или нет. Пока рано об этом говорить. Только первый день релиза. До 16 числа, 10 дней релиза, я буду снимать для вас видосы, выбивать каких-то бойцов, прокачиваться. Если вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и следующая серия по Squad Busters выйдет, когда вы наберете на этом ролике хотя бы 15 тысяч лайков. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и ждите следующую новую серию по Squad Busters. Напишите свое мнение по поводу этой игры. Ну а более детально уже про эту игру и все остальное я покажу вам в следующей серии. А пока вот первый взгляд, и вот сразу, что я про эту игру вот увидел, то и записываю. Блин, ну честно, я очень хотел бы, чтобы она вышла в релиз. Напишите, вы хотели бы или нет. Ну и подписывайтесь. Всем удачи, скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.